Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на сервере специал Эра Ролиплей. Не знаю, правильно прочитал или нет, короче, это РП сервер, как я понял. Почему у меня не Кирилл Путбул? Потому что не Кирилл Путбул был занят, не Кирилл Красава был занят, вот пришлось сделать вот такой вот ник, так что запомните вот этот ник. Как-то так, да. Так, здесь у нас что пишется? Ага, бонус можно посмотреть. Так, играйте 5 часов позже. Так, играйте 5 часов. 3-5 часов. Угу. Понятно. Бонусники здесь есть. Нам дается 20 тысяч при начале. Так, автошкола. Город Арзамас. Да, мы думаю, туда поедем в первую очередь, в принципе. Какие-то эффекты, ебать. Я модпак установил. IP-группа модпак будет в описании. Кому понравится сервер, пацаны, заходите. Играйте. В принципе. Вообще не знаю. Я слышал, что про этот сервак уже давно еще, но здесь еще ни разу не играл. Так. Здесь мы на права зададим. Так, заглушить. Все, пошлите в автошколу. Ох, прикольно, кстати, техздрав здесь. Ух ты, интерьеры тоже нормальные. Так, дополнительные лицензии. Водный транспорт, воздушный транспорт, окей. Конечно, интерьеры здесь прикольные. Так, введение. Вагон транспорта средства разрешен только с левой стороны. При этом водитель движения ограничитель за пределами города не ограничен. Скорость в городе, так. Стоянка транспорта средства разрешена на правой стороне дороги на обочине. Местах при вводе автомобиля клавиши КТРЛ и Н поместить ключ клавиши ВЕ. Окей, ясно. Теперь что дальше? Что дальше-то? Удачно сдать что? Учебный транспорт, окей. Как там машину заводить? Я не помню, блин, я не видел. Так. А вот, двоечка. А что мне там писало? А то вообще не то было, походу. Как фары включить? Ладно, не будем включать, в принципе, без разницы. Так, поехали по чекпоинтам. Конечно, прикольная автошкола такая. Мне по кайфу. Недалеко, кстати, автошкола находится, спавна. Как я понял. Ух ты, блин. Хера себе навалит. Так, зеленый, поехали. Блин, у меня же плюс одна ошибка. Повышать скорость здесь нельзя, как я понял. А, это поворотник такой. Как его выключить? Ладно, я не знаю, что я нажал, короче. Но он выключился, кстати, да. Блин, необычный сервак, вот что я могу сказать. У меня уже две ошибки, короче. Мне кажется, я на права не сдам, пацаны. Что-то мне это кажется, что я на права не сдам. И придется сдавать еще раз. Я по-любому не сдам, блин. Я не могу на ней очень медленно ехать. Здесь ограничитель какой-то. Лимит, может, лимит. Не найдено. Это капец. Я не сдам на права. По-любому. У меня 4 ошибки. Ну уже 5 ошибок. Ну это пиздец просто. Просто пиздец. Сильно какой-то РПшный сервак на самом деле, блин. Я не видел, что так жестко нельзя было, типа, превышать скорость там и так далее. Это казино, походу, там стоит. Просто смотрите, надо просто ползти как черепаха, блин. Реально. Ну ладно, ладно. Ну по-любому сейчас там придется еще раз давать. Муж, я превысил скорость 5 раз. 5. Карл, только я так мог сделать, конечно. Ну попробуем сдать, конечно, попробуем. О, я сдал на права, прикиньте. Лол. 3000 забрала, так. Такси, товары. Сруб. Комбайнер, доставщик пиццы, такси, там. Травоз, лесоруб.
Я думаю, нам лучше рисору подойдет, потому что у нас левел маленький. Первый всего лишь левел. Я играю рано утром, поэтому здесь такой онлайн. Магазин одежды, кстати, есть. Блин, а как отсюда выехать? Ага. Все, поехали на лесорубы, посмотрим, сколько мы там сможем заработать. Прикольно, что вам сразу показывают, типа, вот, куда вы хотите, вам нужно ехать и так далее. Тогда все, да, прикольно довольно-таки. Так, лучше на скутер. N. Так, давайте переоденемся. Наверное, да? А, окей, все, погнали, поработаем. Тут как-то капец, как прикольно все. На самом-то деле. Прям очень прикольно. Сейчас посмотрим, что себя эта работа вообще представляет. А, часовые X2. Угу. То есть он все делает за нас, в принципе. Нам ничего не нужно нажимать даже. Нормально. Нам просто нужно носить, как я понимаю. И все. Так, какая-то выгрузка у нас идет, короче. А, во, надо было нажать. Так, 264 рубля. Кстати, сразу пишет, сколько мы заработали. Это реально очень удобно даже. Что пишет, сколько мы заработали. 264 рубля. Нормально. Сколько мы килограмм? Да, 2 килограмма принесли. Ну, давайте еще поносим, посмотрим, сколько мы сможем заработать. Это хотя бы 5 раз принесем. И уже поедем в какое-то другое место, посмотрим. Может, какую-то другую работу. Не, ну вот эта работа вообще легкая на самом деле. Вы ничего вообще не делаете. Он все делает за вас. Вам просто нужно носить. И все. Вот эта панелька довольно-таки крутая на самом деле. Что это слово приелось на самом деле. Ну ладно. Давайте добежим. Ну, 22 килограмма это 264 рубля. Я не знаю, сейчас X2 на работах или нет. Я думаю, нет. Ну, посмотрим. Я даже не представляю, сколько здесь машины стоят. Какие здесь машины и так далее. Это нужно тоже будет посмотреть. Так. Выгрузить. Так, 64. Ну, нормально мы в этот раз принесли, кстати. Все, вот я 5 раз принес. Короче. Давайте отнесем, посмотрим. Ну, нам, в принципе, сразу сумму пишут, что мы заработали. Но нам нужно их забрать там, где мы переодевались, я так понимаю. Поэтому идем сюда. Так, взаимодействие. Окей. Да. Деньги вы получите при Payday. Хм. Странно, почему именно при Payday я получу свои деньги. Ну, ладно. Инкассатор, водитель автобуса, комбайн, таксист. Какая-то игра там началась. Так, таксистовая. Так. Давайте просто так. Куда-то поедем. Допустим, ту же мэрию. Утилизация транспорта. Тюнинг бокс. Так, отель. Агентство поиска свободных домов. Церковь. Пляжный автосалон стандарт. Автосалон премиум. Стрельбище, так, магазин 24/7. Так, организация, наверное, подработки области. Ну, кроме, я так понял, я не знаю, какого уровня, возможно, тут все доступно нам. Развлечения, казино. Ну, особо больше ничего такого я здесь не вижу. Потому что, ну, я не думаю, что нам будут доступны такие работы, как дальнобойщики и так далее. Потому что, ну, сами понимаете, левел маленький очень. Очень маленький левел, поэтому по-любому мы не сможем там поработать. Так, я нашел магазин одежды, давайте зайдем и попробуем купить какую-то скинин, нам возможно скинец. Так, Cloud Has. Так, next. А цены можно посмотреть или нет? Какой-то скинец бы купил. Нормально. Нормальный скинец. Так. Я просто цены даже не вижу. Все, это конец. Ну, давайте что-то выберем из этого. Я не знаю, мне денег хватит. Вот сейчас к самым дешевым скинам перейдем. Просто тоже рыжиком бегать не особо хочется.
3000. Давайте купим себе такой скин. Почему бы нет? Во, нормально что. Теперь мы зато не бомжи. Относительно. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. IP-группа Modpack будет в описании. Я еще на разойду здесь поиграю, поснимаю. Поэтому заходите, реагируйтесь на мой ник. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was